Добрый день, дорогие зрители! Каждый день на этом канале говорим о судьбах звезд. И сегодня речь пойдет об Ольге Прокофьевой. Эту актрису прекрасно знает каждый гражданин нашей страны. За свою карьеру она успела сыграть множество ролей и в кино, и в театре. Однако, конечно же, большинству зрителей запомнилась в роли помощницы продюсера Максима Шаталина Жанны Ижевской. Именно в роли Жанны Аркадьевны ее полюбили миллионы россиян, и, к сожалению, сегодня все они получили новость о том, что заслуженная артистка России Ольга Прокофьева была в срочном порядке госпитализирована в одну из московских больниц. Сейчас врачи опасаются, что осложнения возникли из-за достаточно долгого периода самолечения, а именно такие обстоятельства порой осложняют ту самую корону. За нее молятся миллионы россиян, которые верят, что актриса сможет выкарабкаться и вновь порадует нас своим незабываемым характером и яркими ролями. Мы искренне желаем ей крепкого здоровья. На этом канале о звездах говорим каждый день. Не забывайте подписываться, и пусть все невзгоды обходят вас и вашу семью стороной.